19 июня 1987 года в столичном кинотеатре «Октябрь» советские любители кино встретились с популярным итальянским певцом и актером Адриано Челентано. Челентано представил на суд московской публики свой авторский фильм «Джоан Луи». Зрители, пришедшие на встречу с Адриано Челентано, от всей души приветствовали любимого актера. Растроганный теплым приемом, Челентано спел одну из своих песен. Ognuno una speranza dentro sé, chissà là in cima il sole che c'è.